Сына и Святаго Духа. Очень часто, дорогие братья и сестры, даже мы, верующие люди, воспринимаем, что Бог нам что-то должен. И очень часто бывает так, что мы думаем, подготовившись к тому, чтобы причаститься святых Христовых тайн, с нами все должно быть хорошо. И есть искривленное такое ощущение в религиозном сознании, когда человек, готовясь к тому, чтобы жить с Богом, надеется исключительно на комфортную и благополучную жизнь. Но у апостола Павла есть слова, которые говорят о том, что какая есть польза человеку, если он любит Бога только когда у него все хорошо. И вот Рождество Христово, праздник, в который мы вошли, он как раз говорит о том, что человек не избавляется от страданий, но Бог приходит для того, чтобы страдания укреплять человека. Сегодня Церковь чтит память Преблагословенной Владычицы Богородицы, так как второй день праздника, 12-го, он всегда посвящается тем историческим лицам, которые являются причастными к празднику. И вот кто, как не Преблагословенная Владычица Богородица, причастна к тайне Боговоплощения. Именно благодаря ее смирению в мир пришел наш Спаситель, приняв на себя все человечество для его уврачевания. Сегодня, кроме того, что Собор Пресвятой Владычицы Богородицы, еще Церковь совершает память праведного Иосифа Обручника, который сподобился исполнять послушание названного Отца нашему и своему Богу и Спасителю, и пророка и псалмопевца Давида, а также апостола Иакова, брата Господня, ребенка от первого брака Иосифа Обручника, который, кстати, также сопровождал в Египет Иосифа Обручника и Преблагословенную Владычицу Богородицу, Бога Младенца. Этих святых мы чествуем, потому что сегодня воскресный день, неделя о Рождестве Христовом. Вдумаемся в то, что даже Спаситель мира, который пришел на землю для того, чтобы избавить землю от зла, от власти дьявола, подвергается, так как он всецело воспринял человечество, то поэтому и подвергается всяческим нападкам со стороны лукавого и у безневинного младенца, который никому ничего не сделал плохого. Возникают завистники, появляются враги. Мы слышали вчера в Евангелии, что Ирод, царь, где-то убийца, искал и выпытывал у волхвов, которые пришли на поклонение Богомладенцу Христу, искал точное место рождения Спасителя, так как боялся о том, что Господь угрожает его власти или претендует на его власть. И Ирод пролил много крови, убив 14 тысяч младенцев, которых Церковь чтит спустя вот несколько дней, 11 января по новому стилю, по юлианскому календарю, 29 декабря. Святое семейство вынуждено было бежать в Египет, и этому предшествовало откровение Божие. Архангел Гавриил явился Иосифу и сказал, что необходимо бежать в Египет. И когда уже
умер Ирод, вновь явился архангел Гавриил и оповестил праведного Иосифа о том, что можно возвращаться обратно в землю Израиля. Сам Спаситель является беженцем, потому что Он, придя избавить человечество от лютого врага, придя избавить человечество от греха, подвергается гонениям. Тело Христово, Церковь Православная, также исторически попадает неоднократно под прицел тех людей, которые дышат злобой на Спасителя и на Его пречистое тело. Очень часто страдают невиновные люди только из-за того, что они исповедуют Христа своим Богом и дорожат Церковью, которую основал Господь своей честной кровью. Очень много нападок на Церковь Божию. Очень много нападок было и на святое семейство. И ангел Божий благовествовал волю Божию и уберег святое семейство. Господь всегда на стороне обидимых. Господь с беженцами, Господь с солдатами в окопах, Господь с Церковью Своей, которая подвергается клевете, которая подвергается прещениям и гонениям, которая обвиняется в том, что якобы не патриотично. Господь всегда с теми, кто обидим, и в особенности с теми, кто обижает, кто принимает обиды, будучи невиновным. Для нас, дорогие братья и сестры, спасительные дни Рождества Христова, святки – это период, когда мы радуемся рождению Спасителя мира и благоговеем перед благоутробием Божиим, перед тем, как Господь, возлюбив каждого из нас, возжелал взойти на страдания, потому что рождение Спасителя – это прежде всего, выход на то, чтобы послужить нам, послужить нашему спасению. Мы в символе веры исповедуем, что Господь ради нас и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святаго и от безнебесной Пречистой Девы Марии. И когда мы чествуем нашего Спасителя, когда мы воздаем Ему славу, честь и поклонение и прославляем Пресвятую Владычицу Богородицу, то прежде всего прибегаем к Ее молитвам, чтобы нам быть благодарными тому, что Господь возлюбил нас и взошел на поприще того, чтобы послужить нам и избавить нас, потому как Он наш Спаситель и Избавитель. Господь освящает страдания человеческие, и поэтому очень часто мы можем увидеть, когда люди благочестивые, живут праведно, но на их жизненный путь выпадает определенное страдание. Мы видим, что очень часто, совершая доброе дело, мы подвергаемся нападкам лукавого, потому как враг рода человеческого не желает, чтобы каждый из нас или кто-либо из нас творил что-то доброе. Поэтому важно оставаться верными Христу, верными Его Церкви, и если мы становимся на путь доброделания, что бы о нас ни говорили, как бы нас ни клеймили, продолжать делать доброе необходимо, и необходимо пребывать верными Христу, необходимо совершать дела милосердия, как это и делает наша Церковь, несмотря на тонны грязи, которые выливают.
Господь с нами, и Господь никогда не оставит уповающих на Него. Пусть же молитвами Богородицы сохраняет Господь Церковь Свою Святую. Пусть молитвами Богородицы Господь подает благословение каждому молящемуся, воплотившемуся Богу. И пусть Господь дает ангельскую радость и твердое упование, что Господь с нами и никто же на нас. Аминь.